Ну, общие впечатления нормальные. Играли, плотная игра была, к сожалению, уступили. Ребятам спасибо, игрой недовольны. Андросов Иван, команда «Депортива». Ну, что можно сказать, очень хорошая игра, достойная плей-офф, однозначно. Никто не хотел выступать. По счету проигрывали 2-1, волевая по 1-0, волевая победа 2-1. Вот. Получилось, ну как, можно сказать, что все получилось. Что хотели, да, удары хорошо, вратарь у них отбивал. В обороне, на защите, нападение. Все, игра давалась. И нам, и сопернику хорошо сыграли. И достойный соперник абсолютно прям на уровне. Классно сыграли. Вот. Ну, судья немножко что-то поплыл. Ну, это уже на... Как сказать? Не будем обращать на это внимание. Поэтому были очень спорные моменты, которые он даже не захотел посмотреть видео. Ну, ничего страшного. Результат 2-1, победа. Идем дальше. Ответная игра, я думаю, будет не проще, то и сложнее. Я думаю, соперник будет отыгрываться. В любом случае, нужна будет победа. Вот, поэтому будем стараться на победу.